Данную помощь могут получить следующие категории граждан. Это малоимущие граждане, у которых доход меньше прожиточного минимума в ЯНАО, инвалиды первой и второй категории, а также третьей, пенсионеры неработающие граждане трудоспособные, если они зарегистрированы в центре занятости, то есть они должны предоставить справку. Мы оказываем устную консультацию, а также письменную. Можем представлять интересы в судах, также в различных органах, организациях. Составляем письменные заявления, различные запросы, а также пишем исковые заявления, жалобы. Для того, чтобы мы оказали бесплатную юридическую помощь, гражданин должен нам предоставить копию паспорта и документ, подтверждающий свою льготность. Обязательно все нужно приносить в копиях, потому что мы все документы оставляем у себя, прикладываем к заявлению, которое также гражданин у нас заполняет.